В Твери полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Матери. Большой праздничный вечер намечен на пятницу, 27 ноября. Мероприятие пройдет в стенах Тверской академической областной филармонии в режиме онлайн. Что подготовили для зрителей организаторы праздника, узнал Никита Васильев. Пока еще не в сценических костюмах, но уже готовы показать все то лучшее, что есть в их репертуаре. Участники губернаторского камерного оркестра «Российская камерата» проводят одну из последних репетиций в преддверии большого концерта в честь Дня Матери. В силу действующих ограничений праздничный вечер будет проходить онлайн. За выступлением лучших артистов филармонии зрители смогут наблюдать через интернет. Для них прозвучат шедевры мировой музыкальной классики и любимые хиты отечественной и зарубежной эстрады. Мы сделали очень такой интересный формат с Министерством демографии, где, несмотря на пустой зал, который мы сейчас видим, границы зала будут расширены. Нас будут смотреть очень много-много зрителей в режиме онлайн, совершенно с разных муниципальных образований Тверской области и самого города. Будут розыгрыши, будут интересные вопросы, будут подарки от Тверской академической филармонии. И, конечно, главный подарок ко Дню Матери – наша праздничная концертная программа. Чтобы максимально передать всю ту атмосферу, которая царит в зрительном зале, большую подготовительную работу ведут звуко- и видеоинженеры филармонии. Вот за этим небольшим пультом работает Владимир Федоров. В его распоряжении три камеры, снимающие в разрешении Full HD, и многолетний опыт работы в подобных проектах. Все это, уверен специалист, позволит зрителям по ту сторону экрана прочувствовать силу живого выступления. В конечном итоге во время трансляции все зависит от пятерых людей. Это свет в зале, это звук в зале, это звук в студии, которая в соседней комнате сводится, да, и пересылается сюда. И здесь уже, соответственно, происходит съемка, трансляция и монтаж. Максимум из того, что можно на сегодняшний день передать из зала, я думаю, что у нас получится осилить. Музыкальное выступление – лишь один из элементов праздничного вечера. В рамках мероприятия состоится чествование двух тверских семей, победителей всероссийского конкурса «Семья года», который организуется Минтрудом России совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, для зрителей подготовлена викторина с подарками. Во время трансляции ведущий программы поочередно задаст три вопроса, связанных с семьей и тверским регионом. Ответы будут приниматься в официальной группе Министерства демографической и семейной политики Тверской области ВКонтакте «Тверская семья» в комментариях к вопросам. 9 счастливчиков получат в подарок внешние жесткие диски, например, для хранения семейных фотоархивов. Но и это еще не все. Второй конкурс, который пройдет также с подарками. Подарки будут от Тверской областной академической филармонии. Это 10 дисков с музыкальными сказками. Для этого еще легче принимать в нем участие. Надо лишь также смотреть онлайн-трансляцию и сфотографировать семью. Также на торжественном мероприятии объявят победителей регионального конкурса для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», который в этом году проводился впервые по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени. За первое место в региональном конкурсе «Лучшее семейное подворье» в качестве приза предусмотрен пассажирский автобус. Семье, занявшей второе место, достанется легковой автомобиль, а участникам, которые станут третьими, в подарок комплект бытовой техники и инструментов. Итак, начало праздничного мероприятия в 19:00 в пятницу 27 ноября. Ссылка на трансляцию появится в группе Министерства демографической и семейной политики Тверской области за несколько минут до начала вечера.